Тебя всей нашей большой семьей. Нам-ка дружная семья. Давайте воздадим Господу славу еще раз. Вы знаете, я думаю, что в следующем году все, что будет происходить в нашей жизни, все благословения и все испытания, которые мы будем проходить от Господа, мы пройдем, потому что Его любовь дает нам силу побеждать. Вы меня слышите? Его любовь дает нам силу побеждать. Кто меня слышит? Кто согласен со мной? Скажи, Твоя любовь, Господь, дает мне силу побеждать. И я пойду по всей земле с Твоей любовью. Твоя любовь дает мне возможность победить в моей семье. Твоя любовь даст мне возможность победить всякую болезнь, всякую нищету. Все, все, что станет на моем пути, воздай ему славу. Меня.
жизнь моя, Господь, принадлежит Тебе. Лишь Тебе. Во имя Иисуса я иду по всей земле. Благо говение, почтение. Вспомните Его благость, вспомните Его милости. Мы тебя будем любить, мы будем славить, будем обожать, будем возвеличивать. Будем ценить, будем дорожить. Тебе нет подобного. Мы тебя любим, мы тебя ценим, мы тебя превозносим. Ты наша любовь, ты наше стремление, ты наша полнота, ты наша радость. Братья и сестры, уедините с Иисусом сейчас, обнимайте Его любовью своей. Пусть Он очищает вас сегодня. Кто нуждается в том, чтобы Бог его простил в чем-то или очистил, кто вообще нуждается, чтобы покаялся в чем-то перед Богом. Давайте это сделаем сегодня. Давайте приблизимся к Нему, чтобы Он приблизился к нам. Пусть Его рука благодати ляжет на нас. Пусть Его веяние, милости, славы пошлет на каждого из нас сейчас. Брат, стойте. Не надо, пускай никто не работает. Все сейчас молятся. Алло, не надо вам работать. Вам надо сейчас молиться. Концентрируйтесь на Бога. Алло, девушки. Не надо резать ничего. Просто все. Надо вам войти с Богом в общение. Оставьте все и молитесь. Даже если просто стоя в тишине, и это уже молитва. Давайте отдадим Богу не просто это грядущий Бог, а грядущий Год. Давайте отдадим Ему и последующие годы нашей жизни с Ним. Скажите Богу, чтобы Он обновил вашу любовь к Нему сегодня.
Свежая любовь. Свежая любовь. Свежая любовь. Свежая любовь. Свежая любовь, свежая любовь, свежая любовь к Иисусу, свежая отношения, пускай он освежает наши отношения с ним. Обновите ваше посвящение. Чувствую, что этот год для меня, для нашей церкви, для всех, кто будет что-нибудь делать, будет годом прорывом. Во имя Иисуса, примите прорыв 2006 год. Бог говорит, что церковь в этом году будет новая. И он трижды повторяет. Новая, 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 непредсказуемая в своих действиях. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господи, что могу провозгласить целеустремленность. Новые формы мышления. Yes, а таким образом, новая реализация их во имя Твое. Аминь. Братья, пастора, вы в духе. Просто войдите в дух. Я провозглашаю прорыв призвания во имя Иисуса Христа. Yes, во имя Иисуса. Финансовый прорыв. $1000 каждый месяц зарабатывать. Во имя Иисуса. Год сбывшихся надежд. Yes. Удвоение церкви. Поднимите через руки. Домашние группы. Принимайте. Принимай, поднимите руки, принимайте это пророчество. Я провозглашаю прорыв в семейной жизни во имя Иисуса. Я провозглашаю прорыв церкви в государстве во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю милость Божию на всех наших делах, на всех наших путях, на Мы всех принимаем, наших церквях во имя Иисуса. Имя Иисуса Христа. Есть много людей, которые молились очень давно. Есть нужды, которые никогда не сбывались еще до этого времени. В этом году будут сбыты эти нужды. Будет прорыв. Будет та молитва, о которой вы молились. В этом году она сбудется во имя Иисуса Христа. Примите для себя это. Я провозглашаю, что 2006 год – это будет год великой мудрости Божией для каждого верующего. И церковь, она будет более и более иметь просто влияние на это общество. И все люди, которые подавали свои кандидатуры в депутаты, они будут первыми во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, что 2006 год – это будет год прорыва в личных взаимоотношениях с Господом каждого. Мы познаем Господа с новой грани. Мы познаем Его по-новому. Я провозглашаю, что этот год – это год прорыва в личных взаимоотношениях Аминь. С Господом. Я провозглашаю, что этот год – год исцеления всех больных. Я провозглашаю, что этот год – год спасения, массовое спасение молодежи. Я провозглашаю, что 2006 год – это год Божьей мудрости во всяком деле и во всяком управлении во имя Иисуса. Пророчествую умножение Божьих благословений во всех сферах жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. В этом году молодежь поднимется и загорится в Господе. Вся молодежь Украины во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, что будет сильное распространение Царствия Божьего в этом году, и церковь будет трудолюбивая. Выходя с церкви, они будут трудиться в мире, чтобы распространить Царствие Божие. Во имя Иисуса Христа.
Jesus. Я провозглашаю благодать и прорыв в апостольском призвании. В этом году открытые двери для каждого, кто войдет в свой удел. Для каждого удела открытые двери во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю этот год годом гражданской активности всех христиан и также победы над всякой ленью в их жизни во всех ее проявлениях. Я провозглашаю полное освобождение от всякого ярма, от всякой болезни, победу Христа в жизни каждого верующего и неспасенного. И массовое покаяние людей во имя Иисуса Христа. Аминь. Я провозглашаю влияние каждого члена церкви. Каждый член церкви должен стать влиятельным лидером во имя Иисуса. Аминь. Я провозглашаю именем Иисуса Христа год прорыва в личные отношения с Богом, в отношения со всеми людьми во имя Иисуса Христа. Год прорыва в миссионерской ниве, покорить все людей именем Иисуса Христа до Христа. Аминь. Аллилуйя. I prophesy that new things will spring forth to the Ukraine through this church in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say amen. Amen. Год насаждения новых церквей в селах во имя Иисуса. Amen. Я провозглашаю 2006 год для всех церкви годом плода. И та земля, которая была бесплодна, тот человек, который не приносил никакого результата, он будет результативным и плодовитым в этом году во имя Иисуса. На уровне духа, души и тела. Плод и результат умножающийся во имя Иисуса. Аминь. Я провозглашаю, что в этом году, в 2006 году, будет особое благоволение Божье на строительство всех церквей в каждом районе, по всему Киеву, по всей Украине. Потому что у каждой церкви будет свое здание во имя Иисуса Христа. Аминь. Провозглашаю именем Бога Живого, именем Иисуса Христа, поражение всякому нечестию на земле Украины, всякому злу, поражение и восстановление небесной культуры во всех сферах жизнедеятельности во имя Иисуса Христа. Аминь. Я провозглашаю, что в следующем году мы переживем то, что Иисус говорит, что больше дел мы будем делать. В следующем году каждый член, каждый верующий начнет познавать, что Иисус имеет в виду, когда Он говорит, что вы будете делать больше дел во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю тот год годом изобилия во всех сферах жизни. Изобилие истины, изобилие правды, изобилие финансов, изобилие в трудолюбии, изобилие во всех сферах жизни. Во имя Иисуса, Господь, то, что было мало, Бог умножит во имя Иисуса. И то, что о чем мы думаем, да совершится. Спасибо, Отец. Амин. Амин. Я верю, что то, что было до этого, это было время подготовки. И потому я верю и я провозглашаю, что следующий год, это будет год перехода на новый уровень. Хождение с Богом, в зрелости, в победах, в достижениях, в значимости, во влиянии, во имя Иисуса Христа. Я хочу сказать вам очень важную вещь. Всякий, кто этот год сеял себя, следующий год у вас год, вы будете пожинать. Все, что вы сеяли, вы будете пожинать. Это год жатвы. Это год прорыва и жатвы для каждого. Все, кто начали в этом году какое-то мероприятие, служение, это год прорыва для вас. Вы будете пожинать то, что вы сеяли в этом году. Во имя Иисуса. Аминь. Я провозглашаю этот год, когда поднимется новое поколение. По той причине, потому что поднимутся главы поколений. И на этих людей будут реагировать общество, будут реагировать поколения, будут реагировать целые прослойки общества во имя Иисуса Христа. И я провозглашаю эти необратимые процессы, которые начнутся на этой земле. И они пойдут по всем странам СНГ и за пределы во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы вспомнили сейчас наших миссионеров и наши церкви по другим частям мира. Я хочу, чтобы кто-то сейчас пророчествовал
благословение на всех наших миссионеров, а потом после этого кто-то будет что-то говорить на всех наших церквей. Пожалуйста, быстренько возьмите микрофон. Да, Господь, я провозглашаю сейчас, это высвобождаю это слово, как написано: «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние, Господь призвал меня, от утробы матери хранил меня, Он назвал имя мое». Я провозглашаю, Господь, что эти люди, они будут иметь потенциал, и острова, и страх, шоссе их, по причине призвания и помазания, которым Ты помазал, Господь, их, во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, что вечные пустыни начнут застраиваться именем Иисуса Христа. Я провозглашаю, что наследники начнут увидеть свое наследие. Они начнут возвращаться в свою землю во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, что помазание посольства Божьего будет сильно действовать во всех странах и во всех местах, куда Ты, Господь, будешь посылать Твоих призванных. И Отец, там, где Ты уже послал, Господь, пускай Твоя рука над ними. Пускай Твоя милость будет хранить их во имя Иисуса Христа. Пускай, Господь, горы сокрушаются. Пускай двери открываются. Пускай оковы железные ломаются во имя Иисуса Христа. Пускай слово, которое будет исходить из уст Твоих помазанников, будет на него будут реагировать земля и небо. Пускай, Господь, ангелы ополчаются вокруг их во имя Иисуса Христа. Пускай грядущая слава Сиона будет почивать на этих людях во имя Иисуса Христа. Я пророчествую это именем Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пускай кто-то помолится за все наши церкви и за все наши миссионеров, которые уже поехали. Еще раз, пожалуйста, кто-нибудь провозгласите слово для них. Господь, мы молимся, чтобы благодать Божья покрыла любовью Господней, долготерпением, милосердием тех людей, которые будут исповедовать это по всей земле, не просто в словах, но в делах. Все церкви пусть зажгутся новым огнем, новым пробуждением, новым духом ремотворства. Всегда Ты приветствуешь новое, все творишь новое. И пусть мы будем увидеть это все, не ослепнем, не оглохнем, но пойдем туда сверх надежды, с надеждой, как был в Авраам. И он постиг это, и он познал это, и он совершил. И благодаря этому мы здесь. Пусть благодаря нашему рвению, нашему дерзновению, нашему смирению, нашей кротости, нашей скромности, нашему состраданию, милосердие Божие через нас пройдет в земле. Пусть поднимаются новые и новые церкви, новые и новые реформаторы, чтобы каждый мог действовать в своем поле, чтобы каждый мог иметь царство в своем направлении, чтобы Божья благодать покрыла всех, чтобы возбудила по новой сердца, чтобы живые сердца горели тем пламенем, тем огнем, который горел Иисус Господь наш на кресте, возвращая свободу, все прощения. И для того, чтобы это совершилось, Бог, благослови нас целеустремленностью, дай нам дерзновение мечтать о том, о чем мы не могли, дай нам новое понимание событий, новое понимание, новую реализацию. Бог, пройди по каждой земле, по каждому человеку, прикосни сердце каждого, пусть ни один не останется в суе, пусть никогда человек не будет смотреть на низ, а будет смотреть вверх, чтобы гор не привлекало. Мы обращаем свои взоры к горам, и оттуда приходит наше спасение. Бог, Ты живешь в великих храмах Божьих небес, и мы обращаемся к Тебе сегодня, в этот день, в эту ночь предновогоднюю. Мы пророчествуем, что не будет ни одного человека, который не будет безучастным. Бог, дай нам дерзновение идти вперед и прилагать усилия, которые Ты ожидаешь от нас. Благослови нас на это. Благослови каждую церковь, каждого нового человека. Пусть эти церкви возрастают даже не в геометрическом прозрении, а в каком-то новом понимании. Пусть каждый человек поймет, что он должен сделать на этой земле, чтобы на этой земле не осталось равнодушных, чтобы на этом земле только жили люди, которые несут счастье для людей, свободу и призвание совершить их. Во имя Твое мы молимся и благодарим Тебя, Господи, что Ты создал эту церковь, что Ты поставил пастырей и будешь ставить и ставить и ставить. Мы благодарим за нашего пастыря, за нашего апостола Сандея. Мы верим, что его реформаторский дух, который на нем, и слово, которое в его устах, не отойдет от потомков их и потомков потомков их до века. И мы есть таковые, и мы будем это совершать во славу и во имя, потому что все от Тебя, все в Тебе и все для Тебя. Иисус,
Ты слышишь нас? И сегодня мы закрепляем. И все это скажем. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Братья и сестры, я хочу послушать. Хочу предупредить нас. У всех нас разные минуты на часах, да? И поэтому мы не будем, я не хочу, чтобы кто-то объявил Новый год сам в зале, хорошо? Это будет хаос. Здесь не важно, если ваш на 5 минут уже пошел вперед или назад, это не имеет значения. Мы будем присутствовать Божьим, мы войдем плавно. И наши операции...